11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма Омаха британские войска штурмуют важный форпост противника – город Кан. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Командование союзников направляет в Нормандию 7-ю бронетанковую дивизию бойцов. Внимание! Макгрегор со вторым отрядом отправится по этой дороге. Они атакуют фрицев с правого фланга. Все остальные пойдут через сад и будут держать фрицев в напряжении. Вперед! Идем вперед! Огонь!
Пощаде! Вражеские солдаты! Don't shoot! Please! Nicht schießen! We have wounded here! Не стрелять, парни! Да мы их тут штырями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Так точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих янцев! Так точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась. Давай, Дэвис, сюда, к грузовику! На ходу. Ганцы даже оставили нам полный бак. Почти завел. Дэвис, держись, Дэвис, будет трясти. Вот и грузовик. За дело. Отлично, сержант. Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим бедным янки. Для них-то война уже окончена. Пулемет!
говядиной! Огонь по зданиям слева! Прикройте его! Томис! Эмэджос! Вражеские солдаты! Право! Нам нужен вот тот перекресток! Укрытие! Противник со стороны перекрестка! Ты домой! Граната в гости!
Нам нужен вот тот перекресток! В укрытие! Противник со стороны перекрестка! Дэвис, возьми несколько человек и проверь, нет ли в доме фрицев. Идем вперед! Пехота!
что же делать? Бежим! Тебе нам крышка! Заткнись! Тихо! Бежать можно, только когда я отдам приказ. И раньше, батя! Немцы! После грузовика! Так что будьте начеку. Выступаем!